Конструкция на новом рынке все больше становится похожа на мост. Монтаж пролетного строения между первой и второй опорами завершен. Теперь строители начали монтировать балки следующего пролета. Собирают блоки, из которых и будут состоять балки. Совсем скоро все опоры восьмипролетного путепровода будут готовы. Активно ведутся работы и на трехпролетном путепроводе. В настоящее время у нас ребята выполняют работы по армированию межбалочных швов балок пролетного строения. Также армируем консоли пролетного строения. Это вот конструктивы, по которым будут выполняться в дальнейшем тротуары. И к концу этой недели начнем бетонирование вот как раз-таки этих участков. Окончание монтажа всех балок пролетных строений с их окончательной обвязкой, по словам Дениса Попридухина, запланировано на середину августа. Не говорим о том, что только после 15-го мы начнем заниматься проезжей частью. На данных сооружениях это будет выполняться параллельно, поэтому в начале июля мы уже начнем заниматься установкой опалубки на пролетах 1, 2 и 2, 3, то что здесь проектно предусмотрена монолитная проезжая часть. Напомним, что мост закрыли в мае 2022 года. Его не просто реконструируют, а фактически строят заново. Когда работы завершат, здесь будет три полосы для движения транспорта в обе стороны, трамвайные линии, тротуары для пешеходов. Стройку по плану должны завершить в ноябре 2023 года. Татьяна Голубева, День с толком.